Всем привет, всем привет, с вами Шмыга, и вы на канале у Шмыги. И сегодня, как впрочем и всегда, у нас новая игра, она называется Deep Simulator. Найти сканер в предыдущем, собрать не менее 50 кругов в предыдущем уровне. Так. Туманно. Для доступа. А, я понял, все хорошо. Так, собранные предметы, нам нужно что-то собрать. Что нам делать? Вернуть. А, Туманная лагуна. Сколько приятных воспоминаний у меня связано с ней. Так, хватит мечтать. Пора за работу. Полезай в воду и осваивайся помаленьку. Надеюсь, этот костюм не дырявый. Твоя задача проста, собирай все, что покажется мне ценным и годным на продажу. Монеты, амфоры, минералы и все такое прочее. Это поможет нам достичь цели. А еще где-то там был контейнер, если он тебе попадется, посмотри, нет ли в нем где-нибудь сокровищ. Не волнуйся, мы никого не играем, мы просто чистим подводный мир от того, что нам не место. Ты делаешь очень важное дело, только давай побыстрее, ладно? Лады, ладосики. Да ёптель, дай понырнуть-то. Нырнуть. Помните, что на павшую акулу или кто-то можно отпугнуть своевременно нажатием кнопки ножа? Туманная лагуна считается одним из самых приятных мест для погружения. Такой репутацией она обязана теплой и спокойной воде, а также красивой коралловому рифу, которая, впрочем, сейчас находится под угрозой. Often called rainforests of the sea, coral reefs form some of the world's most diverse ecosystems and are estimated to cover 115,000 square miles, which is under 0.1% of the ocean's entire surface area. Слушай, а можно, типа, ты, типа, ну, типа, пропускать? Или нельзя пропускать? Точка входа. Что такое 0.17? Добро пожаловать в игру «Подводный мир. Симулятор дайвинга». Вы можете посмотреть и изменить команду управления меню. Ваша основная задача, чтобы изменить первый предмет. Ёптель, да я понял. Сканер, нырять, Ctrl, ускорение, Shift. Фонарик, крен, отпугивающий луч, лечебный луч, нож. Нырять, я понял. Да, хорошо. Ай-яй-яй. Так. Раковина. 10 экспы. Уля-ля. Замечательно вы то, что взяли свой первый предмет. Чуть другие предметы, посмотри, найти как контейнер. Хорошо, я понял. Контейнер найдем, контейнер. Да блин, он... Управление такое себе, короче. Какие-то ракушки, раковины. Раковины раковинов. А! Урон, ёпть. Ой-ой-ой-ой-ой. Обломки шлюпки. Подожди, дай соберу говно. Так, очень тяжело. А всплывать как? А, на спейс. Так, да. Да-да-да. Так, обломки какой-то шлюпки, он сказал, да, я нашел. Пока, короче, только раковины мы ищем, да? А, точно. Тут, короче, управление не мышкой вот так вот, а именно клавиатурой. А мышкой мы только будем собирать всякое говно. Так, мне дает это экспы. Ой, это что, это большая типа раковина, да? Да, нормально, если так поплавать немножко. Ну, у нас же скоро лето, поэтому хочется немножко поплавать, да? Уже в море-то, да? А как? А стопа нету тут, да? Тут, типа, как бы стопорить нельзя, по сути, да? 10 XP опять мы нашли. И только раковины. Нам нужно, короче, найти контейнер, как я понял, да? Проще всего найти контейнер. По дну морскому мы. А вон бутылки какие-то, смотри. Бутылочки сейчас какие-нибудь соберем. Буты! Да хорош, слышу. Да как? Да в смысле? А кто меня херачит? Так что значит урон? Я же просто типа не остановиться, типа. Так. А, то есть за каждый предмет нам добавляется почему-то... кислород нам добавляется, да? Подожди, а как настройки... Настройки. Управление. Чувствительность управления. Ну да, можно чуть побольше. Да ёпт! Я не очень понял, почему нету этого. Почему нету... Ну ладно, короче. Так, всплываем.
Всплываем. Всплываем. Раковина дает 8 секунд. Так. А что там за сетка была, подожди? А ты не можешь собрать? Нужно, чтобы поближе к тому. А, так, а что это за сеть? Какая-то сеть. Я не могу ее забрать, да, эту сеть? Так, там какая-то хрень, какая-то раковина. А я не могу тут другое что-нибудь собрать, кроме вот раковины этих, да, дурацких? Пока что, видимо. Но в целом игра такая, не знаю, пока не интересна. Пока какой-то тупняк. Пока какой-то тупняк. И, собственно говоря, о, акула это или кто это, да? Это акула или кто? О, я нож могу сделать. Точка входа. 2,17. Это что такое 2,17? Блин, чуть не врезался вроде как, да? Ну, плавать я чуть не умею, да, походу? А, это вот наш корабль, типа, да? Так, на... ну, давай на S-очку. Тогда полетим. Поплывем. Так, ну тут, ну пока как-то грустно все, да? Нет? Может быть, там дальше с продвижением... С продвижением истории что-нибудь изменится, да? Подожди, вот точка входа. Нас, то есть, вот здесь отправили, попросили найти лучше всего контейнер, да? За 6 минут контейнер. Вот ты кто? А нельзя, типа, да? Как-то с тобой взаимодействовать. Это обычная рыба, которой нет. А двойка это что? На двойку нажимай, на тройку, ничего не происходит. Это что, это я могу типа срезать что-нибудь или нет? Могу. О, я могу просто проплыть тупо, да? Больно. Найти контейнер. Не надо. Чего всплывает? Нет, пока не надо всплывать. Я не нашел же контейнер. Блин, а как его тут найти-то, этот контейнер? То есть я не могу ничего... я не могу ничего срезать, да? Обломки шлюпки. Да иди ты на! Да иди ты на! Да иди ты на! На! А как убрать-то это? А, ой, ёп! А, все, я понял, на правую кнопку убрать и достать. Ну блин. Вон это что такое? А, нет. Контейнер, он же красный, короче, такой большой вроде, да? Или нет, или маленький. Типа. Да. Так. 15 из 45, это что значит? То есть я еще здесь... еще 30 каких-то вещей тут, да, я должен, могу собрать. Я так и не понял, какая, как на, как стоп, как быстрый стоп сделать? Вот, я вот серьезно не понимаю, вот как быстрый стоп, короче, сделать? Я так и не отдуплил. То есть задача какая? Все собрать, что на дне есть, да? Хорошо. Да ёпта, блин, управление, конечно. Неудобняк небольшой. Опа, это кто? Да, хищный птиц. Или как он там? Можешь выровнять правую? Это хищники или нет? А, так я, слушай, я обратно как-то подприплыл, да? Точка входа 3 из 17. 3 из 17. 4 из 17. Так, ну давай, хорошо, точки входа собираем все по говнище. Уже контейнер. Ну, тяжело будет найти нам контейнер, потому что мы с тобой как бы... как-то что-то... Я не знаю, короче, как останавливаться. Я нажимаю назад, но... Подожди, это уже другая. 20 из... ладно. Да это какой? Ну ты... Бесит меня.
Так, еще одна раковина. 21 из 45. Так. А вон там уже. Стопа. Спрятанный контейнер. Точка спрятанного контейнера где-то. Да? Да. Что такое? У вас осталось сразу 2 минуты, если вы не успеете спуститься, особо вероятно будет потеряно. Результат игры, если вы не успеете спуститься, помните? Видимо, меня кто-то... Я не знаю, что произошло, но, видимо, да. Так, давайте еще раз попробуем. Мы, в принципе, нашли же контейнер, да? Контейнерок. Контейнерок. Я опять буду слушать. Нельзя это пропустить как-то? А, можно. Так, спасибо большое. Давай, меня то ли кто-то... Да иди ты в срань, ну. Меня то ли кто-то ударил, то ли кто-то не ударил. А, вот, подожди. Всплыть, очень принято взаимодействовать с Z-сканер. Ускорение, нырять, клен, клен, фонарик. А нельзя, да, нету, нету этого... Z. А, ну у меня нету сканера, потому что я, видимо, еще этот... Молодой, типа, да? Ну, не молодой, а как? Да, иди ты в срань. Давай, 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 да, плывем. Плывем, собираемся как говно. Стараемся не задевать. Стараемся не задевать, собака-тварь. Стараемся не задевать и собирать всякое, всякое, всякое. О! Да, то есть... Ну да, как ты в воде будешь стопориться? Опа, а то это еж. И надо ежа трогать. Еж. Или это... Твою мать. Обломки шлюпки. Как ты в воде остановишься, в принципе, да? Ну не, ну почему? Можно же, ты же как бы, ты же с руками, с ногами, так и останавливаешь, да? Хотя, ну... Ну да, 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 наверное, нельзя стопориться резко в воде, когда плывешь, хотя почему? Ну, это ладно, это уже не мои, это уже не мои проблемски, да? Так, 6 из 45... Интересно, а почему у меня так быстро время? Я то ли на что-то сел, или на бутылку, да? Либо что там произошло, непонятно. Ладно. Сесть на бутылку в воде, прикинь, больно, наверное. Или нет, не знаю. Так, стопэ, стопэ, стопэ. Надо как бы аккуратненько. Тут игра не про то, что не про быстро все типа сделать и убежать типа на другую локацию. А тут, тут ты должен... Просто плавать, получать удовольствие, смотреть на эти виды, на эти красоты. Можешь чуть-чуть вот... вот ой, замечательно. А, типа, все в одних и тех же направлениях, типа, ну... То есть, не меняются, да, вот... то есть, в принципе, да. Ну, то есть, мы то же самое собирали и до этого. И не до этого. И до этого, и не до этого. Ну, в том смысле, что, по-моему, в тех же местах все находится. А то есть по дну, по дну я ходить не могу, да? Ну, блин, как-то странно. А почему? Ну, типа ногами по дну. А, не, да, логично, согласен, не могу. Ну, хорошо. На самом деле, вот очень похоже на игры, типа, про космос или что-то. Ну, типа, одно и то же, читай. Потому что там тоже такое же управление... И вот, и вот. И вот. Это, конечно, не Хиди, не Кодзима, который гений, да? Но нормально, да. Плаваем, плаваем. Интересно, мы сделаем сегодня задание? Твою мать, первое. Я справился с управлением. Я молодец. Я молодец. Я молодец. Ты молодец или нет? Так. В этом направлении. По-моему, мы не на Е плавали, да? А на какой-то другой. Я не помню просто... Этот... Направление движения, где мы нашли контейнер. А, вот нашел, нашел, нашел. Так. Спрятанный контейнер. Подожди, здесь меня могут, типа... Кто-то меня может куснуть или что? Или нет?
Осадка, там же было, да, сказано? Ага, вот там вот эта коса... Блин, я вот непонятно тоже, видишь, как бы... Опасные это рыбы или не опасные это рыбы? То есть, как бы, ну... Типа, непонятно, да? По идее, но такая большая рыбеха, она как бы опасна. А может быть и не опасна. Хер его знает. Да или нет? Я просто не понимаю. Ну, типа, по идее, как бы... то есть, подожди, нам нужно обратно проплыть, и будет наш контейнер, да? Ну, ладно, давай пособираем пока это говнище. Не очень просто... Я так быстро сдох там, что я не очень понял, почему и за что вообще. Блин, там... Тут нет ХП, тут все завязано, видишь, на кислороде. То есть, по идее, вообще... Ну, это для упрощения, как бы, сущности, наверное. Не знаю, вот смотри, вот... Вот я вижу там контейнер, да? Но при въезде в этот... Вот тогда мы сюда въехали и получили почему-то люлей. Почему, не знаю. Может быть, я... Может, что-нибудь забаговалось, хер его знает. Или какие-то рыбы тут, да, наверное. Опасные рыбы. И опасная рыба? Ну, вроде нет. Двадцать экспы. Замечательно! Эко-пушка — отличное оружие для борьбы за чистоту подводного мира. О, какая-то пушка. Так. Далее. При хитром изобретении испускает ультразвук определенной частоты, разлагающий загрязнение и некоторые другие объекты на безобидные молекулы. Кроме того, эко-пушку можно использовать для отпугивания хищников. Опа, так, стопэ. Основной режим эко-пушки предназначен для очистки подводных обитателей от загрязнений. И импульсный режим позволяет отпугивать хищников и разрушить некоторые объекты, например, рыболовные сети. Ага. Используя эко-пушку, вы не можете собирать предметы. Понял. Так, и чё? А что с контейнером можно делать? Нужно делать. В смысле, а как его открыть? Как открыть-то тебе, говно? Да! Не понял. Он... понял. Так, и что там у нас? Что-то там валяется, да? Подожди, из стройки я что делаю? Из стройки я уничтожаю всякую говнище, да? Угу. Так. Вы получили подводный сканер. Так, используйте это экспериментальное устройство, чтобы обнаружить и отмечать все достойные внимания предметы вокруг себя. Сканер обнаружит не только интересный предмет, но и загрязнение окружающей среды. Сканер подсвечивает ценные предметы желтым цветом, а мусор и загрязнение зеленым, а опасности красным. Опа. Помните, что сканер нужно перезаряжать после каждого использования. А что там было? Там какой-то красный стакан был какой-то, да? А, я, видимо, видишь, в это говнище упал. Опа, это можно уничтожить, правильно? А, или это можно собирать, ничего не понял. Красное. Золотая чаша, а почему он красный подсветил? Или нет? Так, ежей трогать нельзя. А, я видимо, в ежа, короче, ехал тогда. Сейчас, подожди, надо просто повыше от ежа. Ага. Вот так вот. Золотая чаша, золотая серебряная тарелка. Так. Что? Не надо въезжа только въезжать, пожалуй. Я въезжа. Так, тут тоже ежи. Так, подожди, мы тут-то все собрали или нет?
А зеленое это что? Это что-то ценное? Или как там? Как он говорил? Зеленое. Зеленое это что? О, вот ты кто? Ага, зеленое это, по-моему, то, что мы можем должны очищать, типа, да? Восстанавливать, типа. Баланс. Звук такой, как будто сообщение ВКонтакте приходит, да? Такой бульк-бульк. 4 минуты. Слушай, ну мы с тобой нашли контейнер и пушку, и цепи, да? Так, вон, я вижу, что-то там тоже еще можно собрать. 24 из 84 мы всего лишь делали. Так. Раковина плюс 8 секунд. Вон там еще и какая-то раковина есть. Обломки ши... Не надо так разгоняться, пожалуйста. Не надо, не надо. Мы тихо себе, спокойно плаваем, как мальчики-зайчики. И... Так. Буль-буль, буль-буль, он мне говорит. Мне говорит буль-буль, буль-буль. О, еще один буль-буль. Да ёпт! Да ёпт! Тут вот главное, короче, на самом деле мышкой немножко водить и использовать Q и E. Q и E. Не очень удобно, что... опа, это красная рыба. Да? Я лучше, короче, типа, не будить, понял? Обидится и будет кусаться, наверное. 3 минуты у меня еще, да? Так, давай-ка повыше поднимемся. А, па-па-па-па, это что нужно? Это нужно вот так сделать, да? Точка входа. Буль-буль-буль-буль. Блин, а что ты улетаешь-то, рыба? Ну, блин. Не улетаешь, а уплываешь. Так, раковина. Больше что-то пока ничего не вижу тут. Пока что. Так, лучше, конечно, да, этот... ну ладно, да-да-да-да, сканер. Ну, сканер долго перезаряжается, поэтому... Так, проверяем. Нужно ли тут кого-то подлечить, кого-то отличить, кого-то попугать. Попугай. Так, очень долго происходит всплывание вообще персонажа, да? О! Опа! Все нормально. Зеленое, я не помню, короче, он сказал про зеленое, короче, срать. Спрятанный кан... А, вот, все, да. Это что? Раковина. 7 из 7, да, у спрятанного контейнера я нашел. Как правильно говорить? Ломт шлюпки 7 из 17 из 21. О, вот, я же хотел, помнишь, я же тогда спрашивал, можно ли рыболовную сеть как-то убрать. Сейчас мы ее уберем. Ой. Мы молодцы. До 25 хп, опыта 25 получил, нормально. А, подожди, вот тут еще была раковина. Так. Давай, давай, убирай. А, 32 из 40, 32 из 84. Короче, ладно, давай всплываем. Пофиг. А, так это смотри, это мы не... Компрессия. Осторожно, чтобы быстро подойти, вызывать декомпрессию. Чтобы избежать падения драгоценного кислорода, остановитесь, подождите, пока значок декомпрессии исчезнет. Это займет всего несколько секунд. Когда значок декомпрессии исчезнет, медленно продолжать подъем. А, все, понял. Ну и чего? А как мне вынырнуть-то? Чего я не понял? А, вот. Ничего не понял. А, вот, вот, надо было нажать на... Поздравляем, вы доступны в район пиратское логово. Отлично.
А, XP мало. Мало XP мы нашли, да? Награды. Ага, ага, нырнуть еще раз. А подожди, а зачем я еще раз нырнул? В смысле? Не понял. Что происходит? Мы опять там же или нет? 32 из 84. А, я понял. Мы добираем, то есть, наши предметы, чтобы что? Не знаю. Чтобы что-то. А типа лодка это нормально для дна морского? Ладно, ребят, на этом закончу серию по данной игре. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шоу Омега. Всем пока. Ура!